Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. В этом видео я предлагаю вам описание вязания такого плюшевого пончика. Его можно вязать абсолютно из любой пряжи, любой толщины и фактуры. Такой пончик можно использовать как игольничку для булавочек, подушечку. Или же просто как отдельную игрушечку. Я буду вязать его из плюшевой пряжи. Она у меня вот такая необычная. Моточки всего по 15 грамм. Длина моей пряжи на 100 грамм приблизительно 253 метра. Кому интересно, в предыдущем видео на моем канале я снимала обзор этой пряжи. Можете перейти по ссылке под этим видео и познакомиться с ней поближе. Итак, начинаем вязание пончика. Вязать я буду крючком 2,25. Сначала вяжем часть коричневым цветом. Нам нужно провязать 12 воздушных петелек. У нас получилась цепочка из 12 воздушных петелек. Далее соединим петельку на крючке с первой воздушной петелькой на цепочке. И провяжем первый ряд. 12 столбиков без накида по кругу. Второй ряд вяжем также 12 столбиков без накида по кругу. Третий ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так повторим 6 раз. Четвертый ряд 2 столбика без накида и 1 прибавка. Также повторим 6 раз. Пятый ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка и опять повторим 6 раз. Шестой ряд 4 столбика без накида, 1 прибавка и опять 6 раз. Седьмой ряд 5 столбиков без накида, 1 прибавка и опять же 6 раз, так повторим. Восьмой и девятый ряд вяжем просто по 42 столбика без накида по кругу. Теперь обрезаем нить. Далее будем вязать другим цветом. Цветом, который вы выбрали для так называемой глазури пончика. Я буду вязать таким вот желтеньким цветом. Выворачиваем пончик так, чтобы он соответствовал натуральному виду. Вот это донышко, это лицевая часть. Это изнанка. Начинаем вязать с внутренней части пончика, там, где дырочка. Обратите внимание, что изнанка коричневой части должна совпадать с изнанкой цветной части пончика, то есть первые несколько рядов будут вязаться немножко неудобно. Изнутри наружу вязать. Крепим нить.
и начинаем вязание. Итак, первый ряд 12 столбиков без накида. Схема вязания цветом другим будет точно такая же, как и при вязании коричневым цветом. Значит, довязываем первый ряд 12 столбиков без накида. И вяжем второй ряд, также 12 столбиков без накида по кругу. Третий ряд, 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так повторим 6 раз. Далее, так как и при вязании коричневым цветом, вяжем 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ряды. Схемка на экране. Вот такой развернутый пончик у нас получился. Давайте теперь придадим ему нужную форму. Провяжем коричневый край вместе с цветным, ну, моим желтеньким. Провязывать будем следующим образом. Вводим крючок. Первую от него петельку. И за заднюю стенку коричневой параллельной петли. Так, сложили пополам. Параллельная петелька. И за заднюю стеночку петельки. То есть вместе провязываем. Два полотна, коричневое и цветное. И провязали один столбик без накида. Опять вводим крючок в петельку от него и за заднюю стеночку коричневого ряда. И так вяжем по кругу до конца. По мере вязания можем наполнять наш пончик или же наполнить в самом конце, не довязав несколько петелек. Наполняем пончик наполнителем. Довязываем, закрывая отверстие.
вязать. Прячем конец. И пальчиками распределяем наполнитель равномерно по всему изделию. Вот такой пончик у нас получился. Теперь можем пришить разноцветные бусинки или бисеринки. Ну вот и все, пончик готов. Я буду использовать его для хранения булавочек. Друзья, я надеюсь, вам понравилось мое видео и вы остались довольны результатом. Ну что ж, я с вами прощаюсь, до встречи в новом видео, пока-пока!